вся помощь была оказана в должном объеме, часть пациентов были направлены в стационар, потому как имели раны участков особо опасной локализации. Для проведения вакцинации, для введения антирабического иммуноглобулина. Нет вообще, абсолютно. Ни собак, ни кошек, никого нет. Вы как-то следите за этим? Ну, конечно, обязательно. Бездомных собак на строительных площадках нами сегодня обнаружено не было. В течение месяца нами будут проверены все объекты Московской области на предмет нахождения на строительной площадке бездомных собак. Порядка 800 объектов мы проверим.